Еще один год и еще один минус. Теряю надежду, лечу словно в пропасть. Я знаю, верю, проблемы покинут, вот только у дней быстротечная скорость. Таблетки, уколы, опять новый врач. Больницы и клиники все надоело. И так я устала самой себе врать, а может встряхнуться и снова за дело. Зажечь в себе силы, харизму упорства и вновь преднамеренно к цели идти. Все в жизни возможно, не ждать лишь удобства идти до конца воплощению мечты. Всем привет! Сегодня 58-й день моего рождения, и мне хотелось бы показать, что я получила в подарок ко дню своего рождения. Кто мне подарил, вы никогда не догадаетесь. Конечно же, это я сама себе подарила орхидею бронзовый Будда. Я очень долго мечтала о ней, и вот наконец-то ко дню моего рождения сбылась моя мечта. Давайте же посмотрим, в каком качестве я ее получила, как она выглядит и хорошо ли она добралась именно ко дню моего рождения. Все ли с ней в порядке? Если вам это интересно, я приглашаю вас к просмотру. Вот она моя красотка. Я ее уже вскрыла, не стала затягивать, распаковывать. Орхидея пришла из Казани от Алии. Я у нее часто заказываю. Девочка такая правильная. Мне все нравится у нее. Вот. И цены вот слегка, чуть-чуть все равно наблюдаю. Цены чуть-чуть пониже, чем где-то. Если Будда стоит на канале 1600, то это на 50 рублей дешевле. Вроде бы казалось мелочь, но приятно. Вот. Качество хорошее. Корни есть. Не такие набитые туго горшок, но все-таки есть. Для того, чтобы орхидея дальше продолжала наращивать. Видно, что орхидея молоденькая. Цветение, я думаю, у нее еще продлится, потому что она дошла очень хорошо. Вообще замечательно. Вот такой вот подарок у меня сегодня самой себе, любимой, ко дню рождения. Красивая орхидея, яркая. В домашнем цветении, я думаю, она будет. Ну и как всегда мне задают вопрос, а что вы будете делать с этой орхидеей? Как всегда у нас душ после дороги. Вот такая вот красота. Листья сейчас мы помоем, все смоем. Торф лишний, который выходит, он уйдет. Также обработаю душем сами цветы. Им ничего не будет. Я думаю, это будет для них наслаждение. Как-то так вот в мыле. Обрабатывала мылом только листья. И смываю. Смываю со всех сторон. Замачивала ли я свою орхидею? Нет. Я считаю, что принятие душа в течение 3 минут вполне достаточно для первого полива орхидеи. Убрала палочки, держатели цветоносов. Оставлю все в свободном полете. Сейчас я промокну точку роста, в которой еще держится вода. И все, и орхидея будет отдыхать с дороги. Ну а вам я всем говорю, до новых встреч на моем канале. Всем пока! Пока.